представляем пиво Альт. Это немецкий стиль пива, но достаточно редкий для Германии, потому что варится он только в регионе Северной Рейн-Вестфалия, в городе Дюссельдорф. Альтбир в Германии обычно подается так. Из погреба приносят свежий деревянный бочонок, потом легким движением забивается кран и начинает литься альтбир. Он подается в узких высоких стаканчиках, объемом 250 мл. Это пиво достаточно насыщенное, а такой вот маленькой порции оно пьется достаточно легко. Это пиво обладает насыщенным солодовым вкусом. Здесь можно почувствовать ноты карамели, изюма. Для этого пива мы использовали нетипичные для немецких сортов дрожжи горохового брожения. Эти дрожжи придали пиву фруктовые и эфирные ноты. Просто.